Что ж, друзья, всем большой привет. Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Мы продолжаем играть в Мёртвый космос 3, который предоставлен магазином epicgay.ru. Айзек Кларк на ваших экранах. Мы собираем части какой-то там тетки, которая умерла 200 лет назад, которую расчленили тут и по разным отделам этим всем тут распихали. Геология. Вот мы сейчас геологию. Попытаемся за эту часть, я успею собрать, надеюсь, все. Станок нам тут предлагают. Предлагают нам станок. Так, пилорез опять, оптический прицел. Это все нафиг. Спасибо, не нужно. Увольте. Так. Угу. Ничего интересного пока что я не наблюдаю. Кстати, у меня там в сейфе. В сейфе у меня много чего. Все бесполезное. Ладно, ничего не будем делать. Пойдемте дальше, не будем задерживаться. У нас задача. Смотрите, это крил тюрьма, да, смотрите, вот эти он. Искаженные такие там, да, в этих кубиках льда стоят. Прикольно вообще. Ну не крил тюрьма, а какая-то крил лаборатория здесь. Все в замороженном виде. Полуфабрикатор, мать его. О, так, вот очередные ключ от утилизации. Еще и дополнительными миссиями нас тут. Чем дольше я нахожусь в Таваланте, тем... Ясно, ладно. Так, а вот, кстати... Давай. Вот торсионный вал, кстати, надо будет сделать. То у меня на один только остался. Только что. Я последний, вернее, говорю, использовал. Жаркая смерть. Что это такое? Ясно, ладно. Станина Earth Go. Вот это, кстати, интересно что-то. Сейчас вернемся к станку. Посмотрим, что нам это все дело дает. Так, ну один патрон, думаю, нам погоду не сделает. Так, ну все что ли? Да, и заодно надо будет собрать нам еще один торсионный вал. На обратном пути захватим. О, смотрите, как раз еще и прибыл наш дружок. Вот еще блок какой-то здесь. Цепь модернизации. Надо что-то выбросить. Зачем выбрасывать? Тогда можно подлечиться. Падла. Подлечиться. Так, 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 так. Что-то я заговариваю. Загляделся. Так. Компактная станина. Что за комп... Вот и вольфрамчику нам тут еще дали. Сейчас сперва торсионный вал создадим. Все. Силовой пистолет. Что-то какой-то, блин, слабенький ущерб от нее, да? Так, ладно. Чертежи свои идите в жопу. Так, а вот... Компактная станина с установленными модификациями. Что-то вообще как чушь. Метрический зонд. Стрелы из закаленного сплава. Это вот, наверное, то, что мы... Ш...
шмаляем, да? Я вас понял, короче, одна какая-то чушь. Все, не будем задерживаться. Идем дальше. Ух ты ж, блин. Так, так, так. Ага, стоп, я так понимаю. Нет, нельзя никак. А что сделать-то надо? Вот так вот. Вот так вот. Я как Александр Невский разговариваю. Вот оно, да? Тихо, главное, эти лазеры не шпандарнутся. Так. Отлично. О, что-то нашлось. Теперь нам это надо сделать. Еще и... Ух ты ж, ёп! Ты чё, скотина, полез-то откуда? Позубайло, блин, еще одна запрыгнула у меня. Я не успел ее заметить, ладно, надо сбежать вообще от них. Что-то я тупанул. Давай-давай, летим-летим! На тебе, на, скотина! Будешь мне тут нападать. Ну чё, все что ли? Ну слава богу, не сильно вроде меня шандарахнуло. Так, подожди, а я здесь все вообще собрал? Может, тут пропустил, не? Да. Пропустил. Хопа. Таямба. Так, ну что? Что у нас там? Вообще, давайте обследуем сейчас отсек утилизации. Да? Нам ведь... О, вот, что-то нас там кидает. Красава! Не ожидал я, правда, вас здесь увидеть, друзья мои. Вот это хороший ответ. Сука, сволота. Тут будет вечно... ногами путаться. Патроны мне нужны. Здорово, бот. Обормот. Смешные эти чудики. Что-то тут разгрузил. Хорошо. Тюк-тюк. Тюк-тюк. 99, да? Ладно, патронов у меня вроде хватает. Стоп, а эти тут, по-моему... Черная дыра. Принудитель, мать его. Смотрите, какой крутой. Что дает, интересно. Гальванизатор с усиленным стазисом и дробовик, предназначен для причинения ущерба каждым выстрелом. Ладно. Я просто хочу посмотреть вообще, какие полезные штучки. Инструмент для ремонта корабля. Нифига себе. Клепанный молоток и гидронож. Кислота. Это вообще чушь полная.
Так, опознать, уничтожить, смесь дротикомет, последний снаряд, разрывной с личным ущербом от взрыва. Мать его, вот это круто. Чистильщик какой-то, улучшенный клепанный молоток, гидравлический потрошитель, разработанный для экономии патронов в высокотемпературных атак. Чушь полнейшая, импульсная винтовка, вот это вот у меня, он уже есть. Все. Будем собирать, ходить, в общем, вольфрам теперь нашими ботиками. Кстати, нам еще надо сходить в зону, да. О, ящичек. Нафиг это чушь. Блин, надеюсь, сейчас меня опять не будут здесь ожидать. Эти же уроды. Да, моему замыленному взгляду смотреть. Не сразу бросаются в глаза подобные. Ящички спрятанные. Элли, как мы знаем, что это даже будет работать? Ты узнала, как они делают кодекс из всего этого? Да. Это выглядит, как они используют магнитомик форензик нейрологию, которая производит дата-стрим, встроенный в кодекс. Like they lifted the codes of the machine right out of her brain. Well, that sounds familiar. At least they didn't poke her eye out. I'll be there soon. Так, я все еще по-прежнему хочу доп. Задание выполнить. Да, сюда. Ничего не перепутал. Я заберу с собой. Ну давайте обследуем. Ух ты, сколько тут всего понапичкано, то смотрите. Окей. Вот это вот. Это закрыто. Гардеробная. Так, нам лучше там что-нибудь улучшить. X можно? Блин, не хватает полупроводника. Ну ладно. Броньку до конца улучшить. Бронька-то вещь полезная. Так, а вот это вот, кстати, штукенция. Что-то мы, по-моему, здесь были уже, да? Она fast travel совершает. Ладушки. Бонус-миссия отсек утилизации. Ну что ж, давайте выполним бонус-миссию. Ух ты. Ну, конечно же, сзади тоже на нас нападут. Как же ты долго, сволочь, перезаряжаешься? А вот этот... Ты зажали в углу? Видишь, моя дрына нихера почему-то не срабатывает у нее в самый ответственный момент. Как этот ее, блин, долбанный перезарядчик-то. Текстовое сообщение. Давай текстовое сообщение почитаем нынче.
полковник Дж. Гаскел. Кому? Махату какому-то. Утилизация. Согласно вашему приказу, холл забит всеми исследовательскими документами, лабораторным оборудованием и биологическими образцами, которые мы смогли найти. Команда утилизаторов в полной готовности только ждет вашего приказа. Все понятно, очень полезная информация. А вот у меня что-то вот этих дохренища уже. Пофигу. Что-то какая-то однообразная. Вот эти уже, я вот такую подобную локацию уже видел. Ну, чтобы сзади не атаковали. Да, согласитесь, это же было такое уже. И тоже, кстати, было в доп-миссиях, по-моему. И доп-миссии, блин. Они, конечно, призваны ништяков нам добавлять в виде всякой провизии, но не так же однообразно-то. Даже с Карими, и то... Квесты все эти дополнительные, они как-то, блин, не знаю. Да ты посмотри, сволочь какая, а. Честно, не пользуюсь. Ты... Промахнулся. Опять промахнулся. Все, угомонились уже. Ладно, у меня хоть аптечек полны. Полным-полно. Вот нету. Уклад их надо применять в конце концов. Бот ждет на станке. Ладушки. Подствольничком я своим что-то не пользуюсь. Ну. Так, ну это опять очередной взлом. Хорошо, давайте взломаем. Давайте. Мусороподъемник. Готово. На, блин. Сам себя, конечно, покоцал. Но на усладу. Спасибо за аптеку, отдельное спасибо. Вот патронов у меня жопа. Вот это на самом деле проблема. Так, что за, блин, долгий такой этот отсек-то, а? Спускаемся, опять там сейчас внизу деремся, потом опять наверх поднимаемся, я так понимаю, да? Даже интересно. Ну, сейчас отсюда кто-то полезет, я уверен. Обоим перезарядка. Хорошо. Так. Не буду я вас утомлять. Так, в общем, вот что здесь заработал. Меня здесь, пока я это все делал, атаковали всякие ублюдки. Я чуть не обкекался, но... Ладно, я думаю, это можно было бы. Просто они и поперли, когда я прямо именно стоял, все делал, и
недосуг мне было нажимать. Ну вы ничего такого не пропустили, я к тому, что, ребятки, так что я сканирую ваше время просто. Фу, я думал, тут там за спиной бредет. Покосили меня изрядно, надо признаться. Какие-то там новые виды даже появились. Ладно, я сейчас это я... И даже вот этот вот валын не спасает особо. Так. Очередной спуск. Сейчас. Да-да, вот я про них говорил. Фу, мать вашу, затрахали. Давай, 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 трепи мне нервы. Долго еще поэтому бродить-то? А, вот, нам вообще строительный отсек ведь надо, да? Нет, нам вообще надо, блин, утилизация отсекать строительную. Хорошо. Очередная сейчас порция. Ну и что дальше? Еще кто-нибудь будет? Мне что-то не похоже. Ладно. Ой, мать вашу, как же вы меня затрахали-то, а? Да, многовато этих бонус-миссий, конечно, ненужных. Прям даже не знаю, стоит их дальше проходить, не стоит. Ну вот сейчас, по идее, должна из этих окошек на нас выпрыгивать, пока мы будем... Уже было что-то такое, по-моему. Ну или когда обратно будем возвращаться, значит, точно. Гадалки ходить не надо. А, ну или сейчас. Ну, все, зашибись. Вот, чтобы вот этих мелких пускали бы, я еще хрен с ними бы еще хоть как-то можно разбираться. Это не таких, конечно. Не в таких же узких пространствах-то, а, скотина, блин. Еще опять вот этих вот, конечно, раскопщики меня бесят просто. Они что-то такие тугие. Так, ну, вроде без особо сильных потерь. Хорошо. Так, вот станок. Ну, кто выпрыгивать у нас будет? Нет, никто? Патроны. Ладно, пока есть патроны, не буду я. Как же долго идти-то надо, а? Сейчас придется на этом серии, я так думаю, заканчивать. Когда пройдем эту. Еще один обязательно вот сзади. Как же вы задолбали, а? Ну, блин. Что-то ни броня, ни хрена ничего не помогает. Я столько...
Патронов-то мало. Не сказать, что их вообще нету. Жирные они такие. Так. Ладно, вот теперь начинается, походу, у меня проблема, да? Я так мне говорили. Я в комментариях писал, что чем дальше, тем по этим второстепенным миссиям будут все больше и больше попадаться упырята. Вот такие вот. Так, нам туда. Ну, вот это вот. Торсионный вал. Мне нужно. Да-да-да. Это нужна комнатка. Что-то я там подобрал. А, наверное, инструменты, да? Обойма плюс темп стрельбы. Спасибо, спасибо. Оптический прицел опять. Так, ладно. Походу зря я профуфонил. Читаем текстовое сообщение. Ситуация первого контакта по уровням. Первый, никакой опасности инфекции заражения. Второй, средняя опасность инфекции заражения требует стандартной процедуры стерилизации. Третий, локализованная эпидемия. Зараженный персонал отправлен в карантин. Опасная эпидемия требует уничтожения пораженных структур и всего персонала внутри он их. Идите вы нафиг. Мне очень интересно эту чушь читать. Так, а вот здесь можно нашего... Блин. Ладно, не туда бросил. Пес. Пускай вдвоем собирают. Собирайте вдвоем. Ну чё, закончим мы эту миссию сегодня, нет? Да, блин, я вот не знаю даже в дальнейшем, стоит, не стоит вообще. Напишите мне, кстати, в комментариях, хотя я не уверен, что я буду действовать согласно вашим комментариям, потому что я игру записываю намного раньше, нежели... И прохожу, ну, прям чем вы комментарии свои советами оставляете. Но, блин, стоит вообще, не знаю, меня утомляют вот такие вот походы по однотипным миссиям. Бесконечным уже просто, блин. Сейчас появится здесь Вася. Не здесь, извините, перепутал. Три в него заряда выпускаю. Заряд, ну да, три, короче, залпа даю по нему, блин, пофигу. Скотобаза вонючая. Туговатые вот эти вот раскопчики, конечно. На. Так, вот давайте сейчас попробуем сделать все-таки этих самых, как его, патрончиков. Тут что-то очень мало оптически. Заберите, заберите, заберите все себе. 40 вольфрама. Карточки какие-то. Что за карточки? Вот это вот я не понимаю. Урон. Создавать еще даже можно. Батюшки. Так, ну я думаю, сейчас пока не стоит разоряться, пока у нас остальное не прокачано, да? А вот торсионный вал я бы сделал. Большую аптеку делать, не делать, не знаю. Что-то как-то, блин, они меня пугают уже эти. Вот так,
теперь будет. Все, нафиг. Патрончики подделаем. Ух ты, как мало у меня всего осталось-то. Ну и ладно. Вот здесь вот можно положить еще, оказывается. Потрясающе. Значит, когда найдем, обследуем эту самую нашу цель, главную тут, ну, во второстепенном задании, у нас будет полным-полно места, чтобы утащить с собой ништяков. Так ведь? Так ведь. Сколько, блин, вы тут напилили комнат, а? Текстовое сообщение очередное. Так, так, тема. Пятый, получив ваш отчет об открытии доктора Сирана, учитывая замеченную активность на тестовой площадке обелисков, нам было принято решение активировать пятый уровень опасности заражения. То, что мы думали, могло спасти нас от уничтожения, гарантированно истребить всю человеческую расу. Все касающиеся обелисков исследования, копии, в том числе черный обелиск, должны быть навечно похоронены. Все посторонние объекты уничтожены, все планеты, связанные с программой, внесены в черный список, весь персонал, занятый в программе от Аспера и Гиды 7 до Тао Валантиса, казнен. Нифига себе. Круто. Мы понимаем, что это серьезно подорвет наши силы в дальнейшей борьбе с сепаратистами. Вне сомнения, они воспользуются моментом, чтобы сформировать правительство Земли на тех руинах, что мы оставляем после себя. Но сейчас речь идет о выживании всего человеческого вида, и это приемлемая цена. Стоит лишь одному человеку, кораблю или чертежу попасть в руки, и все наши жертвы кажутся напрасными. Я знаю, что могу рассчитывать на то, чтобы выполнить приказ. Для меня была честь работать вместе с вами все эти годы на долгой жизни колонии. Это круто. То есть там уже, да, пошел такой глобальный. План Б, скажем так. Вот сейчас опять здесь будет появляться. Вот этих вот. Хватать это нельзя. А, ну, да, сейчас нас будут атаковать. Что-то я уже похожее видел. Уже мы... Да, сейчас будет... Спускаться лифт. Ну, давайте, что ли, следующую парцайку. Вот я так не люблю. Тихо, тихо, тихо. Красиво ушел. Ой, как ты не вовремя, блин. Перезарядкой своей сраной пользоваться начинаешь. Вы долго так собираетесь, мне интересно здесь? Тихо, вольфрам мне пригодится. Да ты, твою мать, вот я, кстати, про них говорил. Очень, кстати, жирные сволочи. Ну и куда ж, конечно, без этих ученых, не ученых, этих раскопщиков хреновых, блин, затрахали меня. Урон такой наносит не кислый. Да отвалишь ты нахер от меня, а? Хватит.
хватит, ребята, задрали, реально уже, ну не интересно, это реально это скучновато. Не то, что это даже скучновато, а это беспонтово как-то и несправедливо. Я представляю, что здесь с людьми происходит, которые на хардкоре вот это вот говно пытаются проходить, постоянно одно и то же. Смотри, со всех щелей просто. И зажали. Ой, пардон, не надо нажал. И долго. Я уже, наверное, устала, утомилась. С этим вопросом, и долго ли? Ну, реально затрахали. Спустился наконец-таки. Да. Сейчас еще обратно идти. Очень нудноватая часть получилась, конечно, я признаю. Когда однообразие одно... Это вариатор точности, компрессор, батюшки, конический рассеиватель. Это все, конечно, интересно. Ну, ладно, давайте возвращаться. Сейчас за станочком все дело отметим. Поэкспериментируем. Может быть, что-то действительно это даст. Хорошая. Может быть, я не зря бодался все это время. Вариатор это или это что все? Хорошо. Так. Вариатор нижнего блока. Компрессор это у нас. Ракетная установка. Ни хрена себе, стоп. А если мы вот так. Точность низкая. Вот это мы и поставили, кстати. Круто. Так, вариатор точности, это, я так понимаю, этот, как его, веерный огонь еще какой-то, блин, конический рассеиватель, надежный, так, ну, короче, это очень медленно, я так, не буду я ее, короче, а вот эту, пожалуй, оставлю, ракетницу. Ради прикола шмальнуть попробую. Вот это, мать твою, дрына. Бот ждет на станке. Так, а как-то улучшить ее тоже можно. Перезарядка. Темп стрельбы. Все, у нас здесь, короче, перезарядку. Вместо этого мы сейчас сделаем лучше обойму. И перезарядку. Урон оставим. Перезарядка, не знаю, так вот. Обойму бы на самом деле бы неплохо. Плюс два обойма. Так, сейчас еще одну обойму. Вот так вот. Хорошо, а теперь будет волына. Мать ее. Сколько там у нас в обойме-то? Блин, две всего. Зачем плюс две обойми, если всего две может? Ладно, запихивать.
А, смысл, короче, вот этих вот всех улучшений, если... Они как-то очень не поддаются иногда. Не поддаются они иногда моему личному разумению, потому что, ну, мне кажется... Раз уж ты даешь плюс обоим, значит надо плюс две обоим. Я, конечно, понимаю, что у него там может быть просто тупо физически не вмещаться. Скорее всего, так это из-за этого и есть. На тебе, сволочина! И мне на. А патронов-то у меня ни хрена нету. Что, руками что ли вас бить? Забыл сделать патроны. Ой, тупость какая. Так, вот сейчас мы броню сделаем до конца, блин, чтобы уж не париться нам. Опа. И кислород сделаем до конца. Все, теперь у нас, короче, и прокачанный полностью. Так. И это тоже прокачаем. Радиус, время действия стазиса на 2 единицы. Тоже улучшим. Все улучшим сейчас, короче. И стазис улучшили, все улучшили. Так, сейчас я патронов сделаю. Блин, не знаю, хватит, не хватит мне металлолома. Угу. Быстренько делаем обойму. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Вот так вот и сделаем. Пускай будет. Пускай будет, пускай будет. Хорошо. Отправляемся. Мы отправляемся мы отсюда к чертовой матери. Дополнительная миссия. Сейчас приеду наверх и пора заканчивать, друзья мои. Это будет. Ну, ладно. Так, вот сохранился инвентарек. Прощаюсь я на этом с вами, увидимся в следующей серии, займемся уже не второстепенными, я не знаю, буду ли я заниматься, ну вообще, конечно, иногда полезно, я думаю, это все дело исследовать. Что тут валяется, но браться не хочет. Полезно иногда все-таки исследованиями таким заниматься, может быть что-то полезное, да и вытащишь из этих дополнительных заданий, судя по вашим комментариям, опять же. Ладно, напомню, игра представлена магазином epicgames.ru. С вами был Фолиот, всем до новых встреч, как всегда, большое пока.